Всем здравствуйте, с вами Антоша, странствующий мечник Эйдл, Лори Стальные Яйца, вы на канале Нуклеон, и мы с вами продолжаем проходить Dark Souls 2, а первый сын Шкаляр. И ты спросишь, а что такие три красавчика делают в таком месте, вот рядом со входом к нашему консервному демону? А я тебе отвечу. Все дело в том, что у Антоши был, как всегда, план-капкан. Я, значит, хотел перед записью несколько раз вот это вот все место пробежать со своими лучшими друзьями. Для тех целей, чтобы здесь больше не спаунились враги, то есть пробежать там сколько? 12, по-моему, раз надо. Ну вот, я не знаю, сколько нам осталось, мы уже сколько раз пробегали это место. Ну, раз 7, наверное, нам осталось, не знаю. И я, собственно, локацию-то зачистил. И уже было хотел такой, типа, назад, но ты видишь старое перо? Оно не активно. Я не могу R нажать, я не могу назад вернуться. Потому что эти два чувака, они мне такие, ну и чем мы сюда пришли? Чтобы локацию чистить, мы пришли навалять демону из плавильни. То есть сама игра нам говорит, пиздуй, пиздуй, дерись. Так что мы сейчас пойдем драться. Конечно же, у Эйдола не очень много хп осталось после вот этого прохода. Но зато смотри, сколько хп у нашего Лори осталось. Тут почти фулочка. Так что мы сейчас попробуем это сделать. Я надеюсь, не будет ситуации, которая была в прошлый раз. В конце предыдущей серии. А там был пиздец, на самом деле. Так, для начала я бы хотел вот, наверное, зеленый цветок используем. Я не знаю, помогает он мне или нет, но он хотя бы мне как-то вот, ну, душевно помогает. Во-вторых, нам нужен, наверное, защиту от огня у нас есть. Молнию он не юзает. Вот он синий. Давай от магии, короче, еще защитимся немножечко. Вот это хорошо. Че бы еще такое сожрать? У меня вот столько всякой херни есть, которую я не ем, а мог бы съесть. У нас есть порошок для починки. Сколько у нас у посоха, чтобы он не сломался? 12! 12! Нужен порошок. Нужен порошок, нужно немножко порошку въебать, перед тем, как пойти к нему. Въебали порошка и пошли. Пошли его хуярить. Во-первых, сродство. С самого начала заюзаем сродство, а дальше все как обычно. Так, во-первых, шкеримся. А, ну не получилось с ним. Вообще не получилось. Подожди-ка, а что происходит-то? Побьем. И надо дамажить. Нужно срочно дамажить. Надо было, наверное, даже отхил взять, как в прошлый раз, когда мы ходили в холодном DLC, значит, к нашему прекрасному королю слоновой кости. Если с хилом, то это вообще изёвая будет, я считаю. Это прям вот будет изичная каточка. Но я попытаюсь его так завалить. Надеюсь, Лори будет жить долго. Я очень на это надеюсь, что он еще похилится там когда-то, еще что-нибудь такое произойдет. Но пока дамажим. Нихера особо тут нового происходить не будет. Я просто надеюсь его по-быстренькому пройти и пойти дальше. Так, секундочку, ты что там делаешь? А, Лори бьешь. Лори, ладно, нормально. Потому что Эйдл, возможно, его еще и подамажит очень хорошо. Они, правда, единственное, сгорают от него. Потому что вот он сейчас, особенно сейчас, он себя когда проткнул, он сейчас будет огнем в них полыхать нормально. Так, а меня пизда, да? Ой, не-не-не, не пизда. Блять, ну может и немножко. Немножко-то пизда немножко есть. Подожди-ка, попью. Так, Эйдл. Пизда Эйдла, я понял. Эйдл уже... А чё я-то? Тихо-тихо, а чё я-то? Вон там человек, блядь, с тобой сражается, алло. Иди к человеку. Иди туда, блядь. Иди отсюда от меня нахуй. Подожди-ка, дай попью. Так, Лори, у тебя... Ой, блядь. Так это пизда, это опять не пизда, смотри-ка. Это опять пизда. Я почему его даже не могу пройти с вот этими, с фантончиками-то? С пацанами-то со своими, я почему это не могу сделать? Они вон подыхают. Я хуй знаю, тут надо с отхилами идти, если вот прям не получается. Либо одному, опять же, я бы один сюда пришел, но эту локацию, пиздец, вот до него путь, это самое ебливое. Вот самое ебливое, это прям путь. А в кого ты бьешься? Так, Лори похилился, он сходил, похилился. Ой-ой-ой, а чего? А чего такое-то? Чего такое-то? А я ушел нахуй отсюда, давай пока-пока-пока. Ага, куда ты там, в Лори кидаешься? Ну ладно, нормально. Слушай, у Лори пока хорошо. Ух ты, сука ты какая. У Лори хорошо хп, я сказал. Подожди-ка, я попью. Я попил. Я только-только попил. Подожди, не надо меня пиздить. Я только попил. Иди, дерись, блядь, Лори. Лори, пожалуйста, иди дерись, иди файтись. Ты успел попить-то хоть? Ты отхиливаешься? А мне пизда, да? Ать, блядь. Убегаем, нахуй, от проблем просто. Подожди-ка. Бей Лори. Лори вообще не любит он драться. У него, конечно, стальные яйца, но... Как бы... Рвение в бой такое себе, на уровне, знаешь, вот первоклассника, который на тебя выебывается, а потом как бы такой, да я пошутил, я не хотел, вот и все, блять, а его сейчас убьют. Я сейчас добежусь, и его убьют, смотри, его почти убили, сейчас опять та же самая, сука, ситуация. Та же самая один в один ситуация, пацанчики, один в один ситуация, а нет, нет,
Мне все хорошо. Поебда. Ну, немножко нечестная, да. Ладно, согласен, немножко нечестная. И мне и самому как-то так, типа, ну как-то я так прошел и что-то завалил как-то с фантомчиками. Но, ну ладно, ладно. Это не финальный босс этого DLC. Это не то какой-то вот этот жопный-прижопный босс, о котором вы мне рассказывали. Так, меня здесь убьют, да? Меня здесь кто-то будет убивать сегодня, нет? Опять из стены выйдет какая-нибудь мадама? Нет, так не будет. Маска Фароса. А давай посмотрим. А давай посмотрим пока что. Да, да. Давай. Ой, подожди, что это такое было? Подожди-ка. Капюшон разбойника. Нихуя он здесь как выглядит. Чисто как волосы в повязке, короче, парик какой-то. Так, а где... Нихуя. Подожди-ка. А почему я не могу надеть? А потому что я вот так вот должен выбрать, ведь правильно, да? Ну-ка, подожди-ка. А почему я раньше этого не надевал? Посмотри, как пизда-то. А он трясется, смотри, язычок трясется. Это заебись, бля, шляпа. А что он отдает вообще, кстати говоря? А, голово. Голова как голова. Так, ну-ка показать инфу. Головной убор, изображающий жадное существо, которое подражает сундукам с сокровищами, увеличивает вероятность обнаружения предметов и поглощения душ, но постепенно снижает здоровье. Да ладно. Снижает? О, снижает! Ну-ка, снимай-ка нахуй его скорее. Удалить, блядь. Мне не надо. Так, а что там Фароса-то? Корона, кстати говоря, у нас есть еще. Запеченный опять этот шлем, блядь, как роллы, короче. Так, а где у нас Фароса-то? Ой, блядь, какой Фарос страшный, оказывается, был, пиздец. Маска, изображающая механизм Фароса. Механизм? Ну, такой себе механизм. Из глаз маски текут слезы, вынуждая владельца терпеть постоянную сырость. Большинство изобретений Фароса сбивает с толку. Эта маска не исключение. Ты посмотри, какая мы секс, нихуя себе. Ты посмотри, прям такая нормальная, да? Оказывается, бабёха-то. Так, ладно, надеваем, значит, дальше наш капюшончик. Бля, где он? Я его проебал, подожди-ка. Подожди-ка, где он? А, вот, все, нашел. Все хорошо, все отлично. Так, тут ничего нету у нас, да, правильно? Никаких стеночек, хуеночек тут не может быть. Наверное, нет. Ладно, вызываем механизм, поднимаемся кудым-то. А чё? А чё в смысле? А, в смысле, он призван, да? На нажать и поехать, окей. Поедем куда-то в цветочную страну, судя по этому. Ох, какой быстрый лифт, блядь. Обычно тут лифты такие прям медленные-медленные. Так, это мы где? Это мы проверяем. Опять F-очкой, F-очкой все проверяю, проверяю. Идем дальше. Это мы... Бля, в смысле, подожди-ка. Спрыгнул я. Так, и чего? Я... Подожди-ка, я где? Да, в смысле? Это типа был необязательный босс? То есть я его вообще мог не проходить, он нахуй не нужен? Вы что, издеваетесь? Так, подожди-ка, я в Маджулу сгоняю. Я сгоняю в Маджулу, проебу немножечко 70 косарей. А куда тогда идти, подожди-ка? А куда тогда шлепать? Я где-то проход какой-то проебал. Только не говори мне, что надо шлепать туда, вот где ворота открываются-закрываются, и надо как-то успевать, и вот это вот все, это бред же. Это же бред. Бля, куда тогда? Сейчас будем искать дорогу, короче говоря. Так, мне нужно восстановить, наверное, что вот, хэпписы или вот эти сы? Давай хэпписы, короче, плюс один еще сделаем, окей, пусть будут хэпписы чуть побольше. Сейчас будем качать только хэпписы и стамину, по идее, нам больше нихера и не надо. Уронов у нас не прибавится особо, и так уже там почти все на максимум. Вот, надо еще звучной душой все-таки воспользоваться, будет на ком-нибудь босике. Так, ну у нас там вот, это железный проход, окей. А вот здесь вот два костра еще осталось. То есть, мы где-то проебали проход. Давай сюда, короче, пойду, наверное. Где-то проход проебан, получается. Получается так. Но где? Возможно, где-то... Блядь, что-то я пока даже не знаю, где. Так, ну вот сюда мы едем. Ладно, сюда мы уже ездили. Окей. Сюда есть. Там вот где двери, вот где-то вон там он. Проходика нету никакого, да? Сюда мы приходили. Здесь что? Здесь путь какой-то вниз. Больше путей никаких нету у нас. А, вот, путь какой-то есть, пойдем сюда. Короче говоря, тогда спущаемся вниз. А то мы, по-моему, туда в прошлый раз ходили. Так, спущаемся здесь вниз. О, вот какая-то дорога, сюда надо спрыгивать, короче. Или сюда надо спрыгивать. Подожди-ка, я сюда хочу спрыгнуть. Опа, так, давай сюда пойдем. Вот и нашли путь дальше. Окей, пойдем тогда дальше. Ладненько, так, тут, а что, никого? Кто-то шлепает, смотри-ка. А, ну мы могли, типа, и спуститься туда. Блять, вот это же мимик, да? Это же по любасику мимик, ну. Ну нет, ладно, не мимик, нормально. Если он только с кастета не надамажился просто, типа. То есть по нему даже урона не прошло. Ну окей, хорошо, кольцо силы. Подожди-ка, кольцо силы. Оно прибавляет силу, дай-ка я угадаю, да ведь? Оно же прибавляет силу, скорее всего, ловкости. Силу увеличивает силу, ну ебать. Дайте мне кольцо, не знаю, ХП. Или стамин, или какой-нибудь другой хуйни. Ой, здравствуйте. Вы горите.
вас там немножечко поджег, вы в курсе? Ой, подожди-ка, я не то хочу. Дай-ка бинокль. Ты немножко горишь, парень. Сгорел ты на работе, ты понимаешь, нет? Ты давай-ка умершвляйся ядом, нет? Не хочешь немножко умершвляйся ядом? О, хорошо. Ты давай, давай, подгорай, мальца. Давай. Я подожду. Я подожду, я терпеливый, все хорошо. Че там, как, нормально тебе, да, хорошо? Ну так и надо было броню одевать от яда, ну конечно, вот, все, минус ты. Так, что у нас здесь? Тут еще кто-нибудь есть? Никого нет, но мы бы пришли сюда, короче говоря, я понял. То есть это штука чисто для сундука. И здесь, скорее всего, встает этот хер, поэтому я не пойду сюда. Я не знаю, вдруг он встанет, когда я вблизи. Блять, а куда мы вообще, куда-то дырки в полу какие-то, я не знаю, неравномерные. Кто так падал, блять? Либо кто-то падал и делал кувырочу какую-то в бок, типа такой, я упаду, и вот так вот потом, оба-на, перекатик. Либо я не представляю, что это такое, сломало пол. А может здесь где-нибудь стеночки? Нет, нету стеночек, ну пожалуйста. Ну ладно, хорошо. Ну это удобно, ладно. Давай сверху их расхуяривать, это удобно. Мне как магу это вообще прекрасно. Давай дальше на уровень спускаться, куда-то все вниз и вниз. Ой, привет. Привет, а я тебя расхуярю, кстати говоря, хотел сверху, да, как бы, можно? Куда дальше-то, блядь, чё, нахуй ломается-то все подряд? Привет! Привет! Ебанутые, что ли? А они еще спускаются вниз, заебись, блядь. А по-моему, I am dead немножечко, нет? I am dead, ну да, да, окей. Нихуя подлянка прикольная. Ну ладно, будем иметь в виду. Интересно, там пол остался или нет? Я видел, что там какой-то пол хуёвый. Но я не хотел на него наступать, но так получилось. Так, чаёчек. Чаёчек, заебись. У меня сегодня еще немножко башка кругом на самом деле идет, потому что я весь сегодня день, представляешь, весь день, вместо того, чтобы как адекватный, блядь, человек, нормальный, в свой выходной сидеть дома и нихуя не делать, я попёрся гулять. Я весь день сегодня гулял. Прям вот я в 10 утра вышел и пришел домой, наверное, только часов в 5. Я просто ходил. Я врубил музычку в наушниках. Я пошел. И что-то хожу, и что-то прикольно. Я как пошел дальше ходить, и все. И нормально мне, и заебись. Поэтому я такой, немножко могу быть подзаебанный сегодня. Немножко мысли могут путаться, потому что реально как бы что-то подзаебался, устал. Ой, здравствуйте, я про вас-то забыл, блядь. Ну-ка, отошел, блядь. Давай, иди отсюда вот так. Кто-то у нас здесь тоже ведь есть. Тут чувак с щитом, да? Тут чувак с щитом, тебя я помню. Тебя я помню, тебя тоже надо раздамажить. Надо вот так вот к ним подходить, это будет намного удобней. Ать, хорошо. Там пол опять заделали, смотри-ка, блядь. Сейчас тебе покажу, там какие-то быстрые эти гастарбайтеры, не знаю, строители, короче, очень быстрые. Назвали людей и давай там хуярить вовсю. Ой, дружочек, пирожочек, подожди-ка. Дай-ка я в тебя немножечко вот так вот тогда сделаю, раз ты не хочешь так дамажиться. Оп. Че, как сам, нормально тебе? Ну на, еще порцию, да, еще под. Я вижу, ты не наелся. Все, так хорошо? Хорошо тебе так? Ну ладно, я посмотрю на тебя просто. Бля, я такой садюга сейчас, если честно. Мне прям нравится смотреть, как они тут подыхают потихонечку. Вот этот пол, блядь, злоебучий. Так, сюда мы не пойдем. А то он сломается опять в 500 местах просто, ага. Так, раз, так, два. Там еще кто-то есть, нет? Вроде никого не было. Ать! Вот это хорошо. Вот это хорошо, аккуратненько можно спускаться. Ой, смотри, прямо уже пол. Уже пол, мы уже почти, по сути, спустились, по факту-то. Так, прыгнем сюда. Тут тоже никого. Ладненько. А все, дырки не... меньше и меньше, короче говоря, становятся. Так, на-ка тебе. На-ка тебе. И на-ка еще раз тебе. Тебе тоже осталось. У меня много сферок тьмы. На вас на всех хватит. Вот, на, держи. Так, все, вы там закончились, да? О, закончились. Нормально. Так, я подхожу. Я беру партизана какого-то. Партизан, хуй знает, что это такое. Что это такое? Где мой партизан? Закопченный меч. Где партизан? Палец. Нет, дубина, хуина. Так, подожди-ка. А партизан-то где? Копье поэта. Трезубец. Бердыш. Бердыш это, блядь, какой-то город, по-моему, где-то там, не знаю, в Закавказье, я хуй знает. Так. Блядь, а где партизан-то? А партизан... Блядь... Че так сложно искать-то? Это может быть посох какой-то, я хуй знает. Партизан плюс 8. Нет, нет, у никого партизана плюс 8. Аманы, азала, хуизала. Лук, может это вот лук какой-нибудь, зюк-зюк? Бля, не знаю, пацаны. Ну хуй с ним, ладно. Не судьба, значит, партизанить нам. Так, где челобек этот? О, можно сюда спуститься, да? Приколдес. О, приколдес, нормас. Хорошо, вот это хорошо. А ты вообще, кстати говоря, туману вот подвержен как бы сам по себе-то? Ну вот ты дамажишься или не дамажишься? Или тебе как бы вообще, в принципе, похуй? О, дамажится!
Дамажится, хотя мы в прошлый раз, по-моему, тоже проверяли это действие, и он тоже дамажился. Ну так вот, я тебя тоже помариную, мальца, а то ты какой-то многохэповый, я не хочу к тебе идти. Я просто не хочу к тебе даже подходить, понимаешь? Вот как-то мне и здесь, в общем-то, хорошо стоять на балкошечке. Я как бы так вот, это, как это правильно называется-то... Есть балконы, есть портер, да, что-то такое где-то вот там в театрах. Вот я лучше на балконе, короче говоря. Так, ну ладно, открываем дверцу к куда-то. Я уж не знаю, куда, к кому, но куда-то явно. Так, ты встаешь? Нет, он не встанет, встанет вон тот. Но он уже точнее стоит. Так, тут никого. Тут ничего. Кто-то, блядь, перила ломает. Ёб твою мать. Эти вот хулиганы, так это вообще капец, конечно. Так, здрасте. А ты какой-то этот, да, по-моему? Ох, нихуя ты, блядь, вот кто перила-то ломает. Вот кто перила-то ломает, а ты, блядь, за все заплатишь, ты понимаешь? Я у тебя со счета, блядь, карты просто спешу. Или счет, не знаю, за горячую воду тебе огроменный, блядь, пришлю. Ты думаешь, я не знаю твоих реквизитов, что ли? Пизда тебе, я знаю, где ты живешь. Я знаю, где ты живешь, блядь. Улица Ломоносова, дом 25, квартира 100. Все понятно, это все понятно. Так, что это такое? Это кто-то валяется, это кто-то поднимется. Ну, конечно, он уже поднимается, естественно. Там еще, кстати говоря, какая-то дверца или что-то. Это кто? А ты, блядь, кто нахуй, откуда здесь? Чего, блядь? Это кто, откуда он здесь? Они же оживают, блядь, точно, пока я эту хуйню-то не заебошу. Блядь. Я забыл, что они оживают. Так, ладно, надо бежать, короче говоря. Ой-ой-ой. Не надо меня пиздить. Надо бежать тогда эту хуйню прокалывать опять. Прокалывать мадаму огненную. Я бегу прокалывать мадаму. Так, все. Меня не отвлекать. Иди нахуй со своей стрелой. Вот все бы вот так стреляли. Так, где мадам? Где, блядь, мадам? Что я там сделал, нахуй? Так, подожди-ка. Секундочку. Да ты хорош тут пиздить-то все подряд. Где мадам? Мадама? А мадамы нет. А я не знаю где. Я не вижу мадаму. Бля, я тебе клянусь, ее нету. Где мадам-то? А я хуй знаю, это как тебе этот фундусёк открыть? Я хочу открыть фундусёк. Можно открыть фундусёк? Пацаны, я чисто вот так вот, по-быстренькому, я сундучок открыть. Чисто мне вот посмотреть на что там с сундучком. Итак, сундук не мимик, смотри. Не, конечно, не мимик, естественно. Кольцо власти над колдовством. Блять, это что-то интересное. Ладно, хорошо, потом почитаем. Так, пацаны, пока. Блять! Больно в спину-то, у меня как бы она этот, и так... Не железная вообще-то. Я пошел, пацаны. Я пошел, я даже попью вот здесь вот. Ой-ой-ой, не беги ко мне, не беги. Не беги, не беги. Я поехал в цветочную страну. Видишь, цветочек, я поехал. Пока, 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 пока. Мне не до тебя. Мне нужно в цветочную страну и посмотреть, что там с кольцом. Кольцо какой-то власти говорит над магией. Я и так-то маг. Так-то маг и владею магией. Так, секундочку, давай посмотрим. Снаряжение, хуежение на опережение. Так. Где у нас кольцо? Кольцо? Это не то, это не то. Почему белое, если оно зеленое? Вот, а и вообще желтая какая-то окраска. Ухуй белый. А вот, усиливает магическую атаку. Но мне-то оно нахуй не надо, да? У меня как бы есть атака тьмой. И вот это вот, я не знаю, можно даже поменять на самом деле на что-нибудь. Я бы, может, даже какое-нибудь кольцо жизни хуйнул. Но вообще, на самом деле, я бы вот это вот хуйнул. Мне оно нравится. Вот это вот кольцо восстановления, оно по чуть-чуть прям восстанавливает. Но это прям по кайфу, оно прям чувствуется. Так, у нас здесь есть что? Есть какая-то... Бля, что это такое? А что это за залупы две? Непонятные какие-то. И барьер какой-то. Тут кто-то возрождается ведь, да? Кто-то сейчас из земли вылезет, типа. Да-да-да, согласен. Сю-сю-пу-сю-му-сю. А вот вы, да? А что, к вам зайти-то можно или куда? Я зайду, блядь. Ну-ка, на-ка. Я зайду и хуйду, мне-то что? Раз можно, так можно. Ладно, давай. Захуярю тебя. Без проблем. Так, ты все, да? Дед, типа. Ладно, хорошо. Что, у тебя душа есть? Душа Недалии. Надалии. Натальи, блядь. Душа Наташи. Хорошо. Минус одна Наташа, ладно. А что, всех Наташ надо заебошить? Это обязательная хуйня, да? Нет в сумке литой конь. В смысле? Ой, литой... Литой клин. А где его проебал-то? Подожди-ка. А что, здесь-то я не нашел его. Какого хуя? А мне нужен литой клин, ребята. Клин какой-нибудь есть у кого-нибудь? Пацаны, может, у вас есть какой-нибудь клин-то, нет? Нету клин, чтобы было чисто, как бы. Клин. Клин и кле, нет? Как там это, блядь? Немножечко. Бля, где взять-то? Подожди-ка. А вот. Клин? Нет, душа отважного воина. Ёб твою мать. Мать. А почему у меня нету больше? Странная хуйня. Что ты делаешь? Не делай так больше никогда. Что-то страшненькое было сейчас. У меня там загрузочка какая-то произошла в этом справа сверху экрана. Бля, ну ладно. И чё, и к боссу прям идти, что ли?
Прямо вот, прямо к боссу. А я хочу этого раза. О, о, здрасте, это здоровый, да, который? Бля, это здоровый. Это здоровый. А здоровый это плохо как бы. А куда я от него денусь? Скажи, пожалуйста. А вот сюда вот я могу деться, да? Он же сюда, правильно, не пройдет. Здорово, пошли сюда. Наебу тебя немножко, как обычно. Я пошел вот сюда, вот смотри-ка. Ты сюда пойдешь? Нет. Я использую местность, блядь. Понимаешь? Чем мне вот с тобой сражаться, если я использую местность? А ты дамажишься, блядь, или куда? А он не дамажится. А он не дамажится? А какого хуя-то? Подожди-ка. Ну пошли сюда тогда, я не знаю. Бля, ты меня пустишь сюда, нет? Он не пустит? Не пустит, ладно, хорошо. Так, ну я зашел. Ащ-мещ-печь, да. Блять, а мне, знаешь, как сейчас сыкотно? Я не знаю, чего ждать. Почему тут песок стекает куда-то? Клин? Ой. Что за нахуй? Что это за хуета? Вы есть кто? Дымный рыцарь. Блять, ладно, хорошо. Хорошо. Это я увернулся без проблем. Дымный рыцарь. Блять, они про него ли мне нахуй все писали? Что мне от него прям пизда придет, короче говоря. По-моему, про него. Давайте, блядь, тихо-тихо, а куда ты меня тыкаешь-то своей зубочисткой? Не надо меня тыкать. Ну-ка, на-ка, блядь, плохо. Вот это было плохо, это прям было некрасиво. У него еще, небось, какие-нибудь миллион форм, там что-нибудь такое, потому что сейчас... Ах ты, сука, быстрая. Не, ну это хуйня, это я просто посмотрел, что он умеет. Это ладно. Это я хуёво доджил, короче говоря. А что же делать с этими бабёшками-то? Подожди-ка, мне больше интересно. И, блядь, а что, до него вот реально так долго надо идти, да? Или я где-то костер проебал? Мне кажется, я где-то костер, короче говоря, проебал. Где-то по-любому он проебан, потому что очень до него прям далеко ходить. Надо сейчас прочекать, где костры есть, короче говоря. Возможно, он где-то рядом есть. Скорее всего. На, посмотреть. На, посмотреть, на, попробуй. Ну, дымный рыцарь, ну ладно. Ладно, хорошо, но, по-моему, что-то про него, короче говоря, писали. Это его я буду проходить месяц, пацаны, нет? Это на нем я тут заебусь, блядь, его проходить, нет? Я просто что-то не помню особо, ну ладно. Ладно, посмотрим, хорошо. Хорошо, глянем. Так, где-то здесь, короче говоря. О, подожди-ка, а вот это что такое? Это я сюда, типа, спрыгнуть могу, да? Где-то здесь должен быть, наверное, какой-то костер. Немножечко, да? Вот там он, значит, у нас вот эти вот челобеки. Мазафакакеки. Так, ладно. А вот сюда вот я не смогу просто спрыгнуть, нет? Нет, наверное, не смогу. Блин, ну так-то я могу и добежать просто до лифта-то. До лифта я могу и добежать, на самом деле. Ой, блядь, не надо меня пиздить. Да не надо! Чё меня все тут, блядь? А как вы это делаете, блядь? Подожди-ка. Чик-чик-чик-чик-чик-чик, блядь, делают. Ёб твою мать. Какие еще чик-чик, блядь? Не, походи, где-то костер-то должен быть, по-любасу. Только я не понимаю, что у меня клин-то отняли весь. Ведь мой клин литой отняли. Его же давали обычно постоянно. Ну ладно, окей. Надо, наверное, там, в окружности посмотреть, где там этот что есть, что нету, короче говоря. Но, по-моему, мы спустились уже прям вот в самую низину. Ниже уже, по-моему, некуда там спускаться, потому что где-то я читал коммент, типа, спускайся вниз. То есть, если не знаешь, типа, куда идти, спускайся вниз просто. И вот, соответственно, спускаемся. Сейчас тогда опять надо будет продрочить эту всю хуйню. Ну, в смысле, вот сюда вот пойти, убить этого, того, пятого, блядь, десятого, заебаться, короче говоря. Но, а что поделать? Потому что они меня что-то вычикивают, короче говоря, мне это не нравится. Я до него дотянусь, хуй там я до него дотянусь. Ладно, хорошо, давай тогда юзать, значит, сродство. Чебалых. Угу. Спускаемся просто вот так вот. Блядь, ты что, рофлишь, что ли? Ну, сродство, почему оно так работает-то, блядь? Почему оно не летит как ни через эти... рядом с текстурками, типа, чтобы не в текстурку. Это прям пиздец какой-то. Тех, кто снизу, я тогда валить не буду, наверное, потому что они как бы восстанавливаются, никакой смысл. Они резаются, скорее всего, от типарей, которые, ну, в смысле, от бабешек вот этих вот, которые там снизу находятся. Так, ладненько, этого я и тоже так завалю. Он ко мне даже подойти, по идее, не успеет. Так, раз и раз. Хорошо, ладно. Так, где следующий? Где the... Ой, блядь, ладно, хорошо, хорошо. Вот как он нахуй меня так попадает, я не знаю. Я только спустился, он сразу же... Хуякс, хуякс, блядь. Самых натренированных сюда пустили. Как по-другому объяснить, я не знаю. Так, ладненько, следующий. Следующий, следующий, давай, давай, давай. Где, где, где? А тут нету никого, блядь, заебись. Ладно, хорошо, а вот здесь вот зато есть. А, приветики, я понял, я понял. Так, это вам нужно, наверное, вот так вот, да, сделать. Потому что вас там двое. Вы тут такие довольные, вот, на, держите. И вот на еще держите, короче говоря. Туманьтесь там. Туманьтесь, отравляйтесь, я пока подожду. Я пока подожду, я вообще пока чаю выпью. Что-то я мало чая сегодня как-то пью. Чай вкусный. Сахара опять мало.
Опять мало сахара. Нужно было какую-нибудь вафельку взять и хрустеть прям тебе в ухо, короче говоря. Так что я не брал вафельку, да. Вот именно по этой причине. Здоровенький, блядь, ты мне не подскажешь, где тут костры. Я, оказывается, два костра здесь уже проебал, как бы, если верить вот штуке-то этой моей, которая в кострах-то рисуется. Ты куда съебался-то? А чё он съебался? Куда он съебался? Ты проклянешься. Понимаешь, чувак, ты проклянешься сегодня. А чё, нет? Не натуманился ты? Серьезно? Ну давай вот так вот еще. Мне не жалко. Мне-то не жалко. Я костер вообще ищу, понимаешь? Я не верю, что до этого дымного рыцаря надо, блядь, ходить вот так вот. Миллионы миллионов раз, короче говоря. Так, ну давай, 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 давай. И раз. Ага. И два. Долетело. Заебись. Все, хорошо. Так, костер. Ищем. Родименько какой-нибудь, родненький костер. Вот там вот мне как будто бы казалось, что что-то есть. Вон, да, там что-то есть, но куда оно поднимается, блядь, я не понимаю. Куда вот оно, откуда? Вот оттуда откуда-то. А как туда вообще попасть, блядь? Как-то можно попасть, я не знаю только как. Может, невидимая стеночка какая-то есть. По логике вещей, это как раз-таки... Ах ты, сука, блядь, ломающая все поребрики. Ты посмотри на него. Вот здесь вот тогда, вот в этом вот домике, блядь, с печным отоплением, должна быть где-то невидимая стенка. Вот тут вот. Логично? Логично. Почти. Почти логично. Но ее здесь нет. Ее здесь нет. Но это, значит, не очень логично. Так, пацанва, пошел нахуй. Ага. Так, я пошел. Все, давай, 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 пока, пока, пока. Я могу еще здесь проверить, пробежаться. Но здесь тоже это хуй. Блядь, кто лифт-то не поднял? Кто лифт, блядь, не поднял? Я сказал, если меня не будет, лифт подними, блядь. Чё никто не поднял? Даже не удошу... недоушужились, блядь. Недоушужились, ёб твою мать. Давай, 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 попадай, попадай. Он второй тоже хочет попасть. А? В лесенку попал. Нормально, хорошо. Все, ребят, я поехал. Я погнал. Все, давай. Чики-пуки, там все будет. Все классно. Давай, покедово. Ой. Так, ищем ожонь. Нужен ожонь, нужен костер. Это прям по-любому он нужен. Потому что он где-то здесь, блядь, есть. Я тебе говорю. Может быть, он где-то под лифтом. Хотя это странно, конечно. Давай вот здесь вот стеночки попробуем найти. Стеночек нету, короче говоря. Ничего нету. Ни одной стеночки, короче, нету. Ладно. А у нас часто вот есть этот литой клин или нету его? Или он уже все, или до свидания? Ну да, он до свидания. Его просто нету тупо. Вот здесь вот была мадама. Вот там вот, возможно, есть костер. Но, возможно, и нету. Может быть, и нет. А где-то он здесь должен быть вообще, нет? Мне кажется, что да, как бы. Но такое ощущение, что нет. Так, сейчас вылезает долбоёб. Да-да-да-да-да. А вот, есть какой-то проходик, смотри-ка, нормально. А вон тут навылезало, правда, пацанов. Так, вот здесь вот. О, ну вот, есть костер, все хорошо. Есть костер, значит, заебись. Я так и знал, что он как бы должен быть. Он обязан прям быть. Мы давай, что будем делать, значит? Давай мы как-то в самом начале... У меня, конечно, ХП не очень, потому что проклятие типа действует, да? Давай мы все-таки попробуем как-то своими силушками вначале оценить вообще хотя бы. Я не говорю, что я его сейчас пройду с первого раза, весь такой пиздатый, въебистый. Вот, но просто посмотрим. Что он может, что не может. Вы меня так им пугали, что мне уже реально стрёмно с ним что-то делать. Во-первых, сродство, короче говоря, определенно. Определенно сродство. Давай бежим сюда. Появляйся. Появляйся, что-то как. А можно туда, кстати говоря, съебаться. Там что-то, по-моему, разрешено ведь. Законом-то не запрещено вроде. А, нет, запрещено, запрещено, запрещено. Так, ты что вот делаешь? Ты делаешь коротенький какой-то ударчик. Ладно. Дальше что ты делаешь? Ты делаешь выпад. Но это же хуйня, правда? Это же все неправда, что ты только вот это вот делаешь. Это же хуйня, что ты вот так вот только делаешь. Это неправда. Меня не могли пугать тобой, потому что ты делаешь только вот так вот. Это хуйня полнейшая. Ты же себя показываешь сейчас как лох просто. Ну вот, вот так вот, ладно. Так еще по-читерски можно, хорошо. Так, ты типа не попал, да? Я пью, ладно, хорошо. Есть перерывчики. Есть еще вот так вот он делает. Окей. Ну это же хуйня. Это же неправда, подожди, ну реально. Ты же что-то еще делаешь. Ты же делаешь что-то еще. Что ты делаешь? Он хиляется? Серьезно, он хиляется? Или что, или мне кажется? Он отхиливается, когда меня бьет. А, в этом типа суть-то. Суть-то в этом, да, в этом его пиздатость. Типа, что когда вот он меня пиздит, он отхиливает. Я понял. Я понял, я понял, я понял. Ага, ага, ага. Окей. Бля, ну это да, это... Это да, это вот если даже у него такой набор умений, то это все равно пиздец. Это прям надо доджить все его атаки, на придрочиться как-то, привыкнуть и поймать тайминги, короче говоря, тогда. Это будет долгий файт, на самом деле. Опа, блядь, нет, может и не долгий, короче. А поскольку он отхиливает вообще? Ну к нему фантомов, получается, хуй призовешь. Он их будет пиздить всех нещадно.
И будет хиляться постоянно. А есть какая-нибудь хуйня на уменьшение от хилов? Как-нибудь, я не знаю. Антихил какой. Опа, да, блядь, попал ты, посмотри. Как-то попал все равно. Я хуй знает как. Так, ты про... А, он просто отхиливается. Он даже меня не дамажит. Блядь, а как тогда? А как тогда тебя? Он постоянно хилится, смотри-ка. Чё-то он хилится-то постоянно. Может быть, на тебя туманчика немножко напустить, нет? Давай тумана напущу тогда. Ты проклинаешься так? Блять, попал ты, посмотри, попал все равно. Я пока не понимаю, как он хиляется. Я не вижу логики. Он, по-моему, просто отхиливается, короче говоря. Он может быть... Блять, может быть, он отхиливается из-за вот этих вот бабёх. Кста. Из-за бабёшек он отхиливается, нет? Вот эти вот его хилят. А как я... Чё с ними сделаю? А как я... А чё с ними сделать можно тогда? С бабёхами, с вот этими. Блять, давай думать. Давай думать. А какой у нас есть варик? Чуваки, которые появляются из земли, не умирают. Клина у меня нет. Блять, а чё сложно? А сложно, но он умирает реально из-за того, что они хилят, правильно? Я им нихуя не сделаю. У меня нету этого самого, того самого. Подожди, а чё я сделаю-то? А как мне клин получить? Клин надо как-то получить. Нет ли той клин в сумке? Блять, я нахуй не знаю. Вон она, эти тоже хилятся, смотри. Эти же тоже вон хилятся, смотри-ка. А, ну вот, да-да-да, они отхиливаются. Да, блять, это его бабёшки хилят, ладно, понятно. Это бабёшки его хилят, хорошо, хорошо. Точнее, нихуя хорошего, но это они его, короче, отхиливают, я понял. Это прям отхил от них идет. Хорошо, ладно, это мы уяснили. Легче мне от этого, конечно, не стало, потому что я не знаю, где клин. Но я сейчас в надежде, что, возможно, с этого дебилушки выпадет клин. Блять! Это больно. Чувак, это больно. Не гноби. Не гноби, я просто вот так вот перекатиками съебусь от тебя, чтобы попить. Дай побью. Ты там тоже хиляешься, так что я тоже хочу похиляться, чувак. Немножко похилимся, да? И продолжим файт. Потому что пока он хилится, я ему уже нихуя не сделаю. Оп, хорошо. Блять, как больно-то, подожди-ка. Я ему нихуя не сделаю, пока он хилится вот этому дымному. Блять! Человеку, блядь, подожди-ка секундочку. Так и их завалить сложно, блядь. Их-то тоже завалить сложно. Он там, он размахался, у него опять половина хп. Ёб твою мать, подожди-ка. Да я прыгнул, игра, не пизди. Я прыгнул, блядь. Я прыгнул, чё ты мне тут напёздываешь-то? Вот, можно отсюда, короче говоря. Ах ты, сука. Я говорю, можно отсюда. А он говорит, ты пошел нахуй. Так, ну-ка, стой. Раз. Раз, раз и раз. Так, вот он умер. С него выпадет клин какой-нибудь, нет? С него нихуя не выпало, короче говоря. И это печально. Это печально. Но он там валяется на земле, какая-то залупа. Надо ее подобрать. Надо ее подобрать. Так, что это? Блять, ну это не то. А че у него хилят-то? Надо убрать хил как-то. Как убрать хил, если у меня нету нихуя? Алло. Мадамы, блять. Нет ли той клин? Так это пиздец. А что я сделаю ему? А что я ему сделаю? Но у меня есть дохуя душ на Шандре, конечно. Ой, на Наташке, короче. Дохуя душ Наташки есть. Это ладно. И что мне с ними делать-то, блядь, с этим, с душками Наташки? Они его прям отхиливают жестко, я ему нихуя не снесу. Бля, подожди-ка, я думаю. У меня все, у меня прям протупочек идет. У меня прям протупочек за тупочек, я хуй знает. А почему я тебя в прошлый раз не дамажил? Вот так вот, да, я тебя попадал и не дамажил нихуя. Это как это так происходит? Чё-то я не понял, короче, дружище, ты как так делаешь-то, блядь? Как ты так хуяришь-то? Так, секунду, блядь, реально сложно. Так, умирай. Вот он умер. Давай мы тогда, бляха, я не знаю. Я не знаю. Надо что-то как-то, блядь, где мы в первый раз взяли литой клин? Мы взяли его в самом начале локации. Логично? Логично. Почему он применился к одной, но не применился к другой? То есть вот здесь вот была мадам, которая хилит. Получается, мне все время надо его здесь держать, но это пиздец, это нереально. Это нереал. Это прям хуета какая-то. Блять, нет в сумке литой клин. А чё делать-то, блядь? Я реально в затупляндях. Я тебе клянусь, нахуй. Я его так не вынесу.
Какие у нас остались варианты? У нас есть вариант какой? Там где-то наверху двигалась туда-сюда, короче говоря, бабуйня вот эта вот. Которая, блять, ну ты понял, я надеюсь. Она двигалась, мы там не были. Пойдем туда. Это единственный вариант пока, который я вижу. Там она двигалась. И дверка была, и сверху, и снизу, короче говоря. Но я что-то... Может, это я как раз там, где, блять, я не знаю. Я не знаю. Бляха. Сложно. Очень реально сложно. Реально сложно для осознания. То есть, типа, его прям вообще нельзя завалить. Или что? Я бы хотел, на самом деле, да, реально загуглить, что нужно делать, но я не хочу просто этого делать. Вот здесь, а вот здесь. Это мы... Блядь, так это, походу, и есть вот это место, куда мы ходили демона из плавильни пиздить. И все. И все. И все. Блядь. Ебанись. Так, ну давай старая перу. Реально его так надо валить, походу, я не знаю. Ну давай. Давай так будем валить, что делать. Хули поделать-то, реально. Так, окей. Давай тогда я схожу все-таки, сделаю себя адекватным, да, как бы. Сделаю себя заебись, нормальным. То есть он хилится не от ударов, хорошо, это мы уяснили. Это мы уяснили, это все классно. Если он хилится не от ударов, по идее тогда, по логике вещей, если я призову этих самых типчиков своих, фантомчиков к нему, то это, по идее, должна быть изикатка, потому что он будет на них агриться, будет пытаться от них отхиливаться. Точнее, не от них, а просто он будет хилиться, но они ему будут сносить как раз вот этот вот урон, которым он типа хилится, якобы. Логично. Логично, нет? Мне кажется, что очень логично. Можно, конечно, его и самому пробовать завалить, но у нас прямо очень медленно все это делается, короче, и как-то не классно. Так, а я тут блять, я не успею. Быстренько. Да я иди нахуй, пожалуйста, да? Как бы я вот так вот просто съебусь, да и все. А мы сюда, кстати говоря, не спускались еще ни разу. Подожди, когда я спущусь? А что здесь-то находится? Так, секундочку. А давай вот здесь я, короче, бэкнусь. Я не знаю, что там внизу, но я попробую здесь. О, хорошо. Нормально. Нормально бэкнули, все хорошо. Давай попробуем еще раз его пройти, я хуй знает, что делать-то. Попробуем еще и муравьюху заодно приделать. Так, у нас, смотри, значит, что нету. Блять, куда? Вот здесь вот нет еще одного костра. И я не знаю, что это такое. Подожди, не, давай вначале я вернусь. Подожди-ка секундочку. Ну не уходи, не уходи. О, здесь сразу есть, кстати говоря, этот фантомчик. Я хочу в начало тэпнуться. Давай в начало в самое. Там, где вот первый раз мы этот клин добыли, я хочу просто посмотреть, он остался или не остался. А если я угли вражды сожгу, вот здесь вот он вернется? Клин вот здесь вот этот вернется или не вернется? Вот тут вот он был где-то, да? Где-то здесь. Он прямо здесь, по-моему, и валялся. Блядь. Ну, его нету, короче. Это плохо. Это прям плохо. Ну, давай мы тогда вот пойдем и будем давать ему пиздюлей. Я не знаю. С фантомом, я не знаю, пробовать это делать или одному пока что. Как бы можно и одному, но он прямо очень много хилится. Я не знаю, сколько ему успею снести. А кто вообще у меня здесь? Это кто? Это клирик, да ведь? Да, это какой-то клирик, по-моему. А, нет, это костетчик какой-то. То есть фронтлайн, по сути, да? Окей, фронтлайн это хорошо. Фронтлайн это заебись. Блять. А ну, сука, сложная локация это оказывается. Ну, типа, у него атаки... А, ну вот, кстати говоря, еще один какой-то челик есть. Что это за чел? Я пока посмотрю. Это уже какой-то маг херак. Так, ладно, я пошел. Он не сложный, короче, я понял. Он сам-то по себе нормально, но, блять, вот эти отхилы... Это пиздец. Я туда-то не могу пройти, как бы, да? По факту. Туда не могу пройти. Я могу юзать сродство, конечно, постоянно, но это тоже бред. Это тоже бред. Так, ладно, блядь, вот это вот плохо. Надо от него куда-то в бочину хуячить. Так, например, вот он ударяет. Опа, хорошо, хорошо, хорошо. Ну вот смотри, я ему снесу, и он ее в тут же отхиляет. Давай его буду держать, попробую вот здесь вот, короче, чтобы он не хилился. Но тут это подхилит тоже. Вот это подхилит тоже, надо как-то успевать его и дамажить, и самому пытаться не отхватывать. Хилят они его раз во сколько? Раз в секунд 10, если, то в принципе можно его успеть и надамажить чуть-чуть. Ну, вот его опять отхилили. Блять, оп, хорошо, нихуя как я успел-то. Так, бьем, ну опять его отхилили, ну это пиздец. Это я не знаю. Это какая-то бабуйня. Он не сложный, вот смотри, я все, я уворачиваться-то научился, нормально, блять. Только, сука,
Тайминг не могу словить. Когда его хилят, и насколько его главное хилят. Если его отхиливают полностью, бля, у меня сейчас такие мангеймсы, ты бы знал нахуй, это пиздец какой-то. Он по сути не страшнее рядового врага. Не страшнее, реально. Но, блядь, вот эти вот отхилушки, это пиздюшки. Ать, хорошо. Ну вот смотри, они его фул. Нет, не фул, ладно. Нет, не фул, кстати говоря. Не фул отхиливают, нормально его отхиливают. Можно как-то задамажить еще. Как-то можно его надамажить, то есть между атак вот так вот хуярить. И на ни разу, получается, не попадаться над его атаки. На вот каждый раз прям вот, блядь, вот это я попался. Вот это я попался. Ну его отхилили, но прям у меня чуть-чуть осталось. Чуть-чуть у него осталось хп, ну как бы, чтобы вот, как... Блять, и все, и фул. Вот типа, прикинь, да? Проебался один раз, и фул хп ему отхилили. Пиздец какой-то. Ну вот 292. Хорошо. Так, ты в меня не попал. Вот сейчас надо было этот. Но его опять отхилили. Бля. Ебануться. Надо, короче, здесь его реально держать, походу. Походу здесь, потому что каждая, видимо, вот эта вот бабёшка, она хилит в свой тайминг. Ну это я просто довод какой-то. Ой, довод. Это я просто вывод какой-то делаю. Возможный. Только, это только возможно. Это только возможность, что его так делают, потому что здесь как будто бы медленнее все это делают. Ай, блядь, это больно. Это больно, чувак. Так, стой. Ой. Ладно. Ладно, хорошо. Не, давай попробую с фантомом. Давай попробую с фантомами, даже с двумя. Возможно, они ему будут отгрызать ебалничек. Ебалничек будут отгрызать. И будут тем самым как-то нивелировать вот этот отхил. Тогда уж, блять, каждый раз приходится теперь этой хуйней заниматься. Прям каждый раз вот эту вот парашу придется теперь делать. Потому что тупо в игре не осталось человечности. Все скушал Антоша, блять. Поставили на тарелочку такие. Что-то там, это, блять, домовой, там домовой. Поиграй, да, да, и вот те угощения, короче говоря, там все дела. А пришел Антоша и все сожрал, блять. Все человечности нахуй скушал. Ну что это такое? Немножко невоспитанность, конечно, это да. Присутствует во мне небольшая невоспитанность. Это пиздец. О, ёбаный в рот. Так, здорово, мужичок, пироманчок. Я, наверное, тебя буду игнорировать, как и в прошлый раз. Потому что, как бы, с тобой сражаться вроде как даже долго. А я не хочу, понимаешь, я не хочу. Мне оно вообще нахуй не упало, понимаешь. О, тут, кстати говоря, тоже, по-моему, эти же, блядь, бабуленцы. Нет, вот это же, которая только что была. Мадамы-то эти. Ой, мельфонита, блядь, тут есть. Говорить можно с ней, нихуя себе. Я даже ее тут не заметил в те разы. Даже, блядь, не видел. Все, возвращаемся к последнему костру, короче говоря. Пока. Да. Пока. Просто пока. Попробуем с фантомами. Мне просто интересно, что будет происходить. Чисто реально вот интерес сейчас. У меня горение, пока что этот босс вообще не вызывает. Он единственный, он долгий, реально. То есть то, что месяц я его там буду пиздить, это возможно. Это возможно. И возможно будет горение, это именно от того, что как бы я не этот... Не Элли Стальное Сердце, блять, нихуя себе. Что мы... Как-то проебали какой-то момент, и он хуякс отхилялся, и все. Давай попробуем с ними, ладно. Чисто интересно. Такое ощущение вот сейчас, конечно, что с ними, с вот этими двумя типами, он будет вообще хуйня полнейшая. Вот реально, я не знаю почему. Прям вот такое ощущение у меня есть, да, реально. Так, прикасуюсь, давай, вызывайся. Ну, вызывайся, давай быстрее. Быстрее вызывайся, тебя сейчас пиздить будут. Давай вызывайся, блять, вызывайся. Кархилион, нихуя! Сам дед, блядь, Шиноби, блядь, говорю. Сам, блядь, Оби-Ван Кеноби придет нам на помощь, серьезно? Заходи. Охуеть! Сам дед пришел, блядь. Ты смотри, Кархилионыч, блядь, пришел. Ну, втроем-то его отмудохаем, я надеюсь, да? Пожалуйста. Пожалуйста, втроем-то отмудохаем. Он, надеюсь, не будет так хилиться-то. Так, ну на, хорошо, ладно. Вот, что-то они ему наносят, смотри, пятерик, хуерик там какой-то, что-то делают. А я его в эти моменты могу дамажить хоть как-то, как бы. Ну и Кархилион там тоже наваливает мальца потихонечку. Ну вот, смотри, идет что-то получше, по-моему. Так вот его дамажим потихонечку. Так, ты на меня? Нет, ты на деда, ладно. На деда хуй с ним. А что-то, кстати говоря, и не хилится он особо как-то сейчас вот. А, ну вот, похилился, но как бы это хорошо. Это хорошо, сверки тьмы работают. Не знаю. Не знаю, сверху тьму работаю, блядь, все заебись. Давайте, пацаны, наваливаем ему. Наваливаем, чтобы он не отхилялся, короче говоря. Ну на. Бля, еще надо, чтобы он не отхилился. Точнее, чтобы он отхилялся, но меньше отхилялся, чем есть. Так, жду зеленушку, дамажу. Он как-то медленнее начал отхиливаться, по-моему. Бля, подожди, не бей. Блядь, я почти отбежал, короче говоря. Подожди-ка, я почти отбежал. О, пацаны, бейте его. Я попью. Хорошо. Так, все, тебя опять дамажу. Опять дамажу, смотри, ну вот он подхиливается, но как бы... Да почти не схуя, он и подхиливается, это хорошо.
Это прям даже, я бы сказал, ну, уже как-то начинает и изёво быть даже. Это прям как... А, ну нихуя, ну ладно, сейчас так много он отхилил, да. И у него осталась половина, короче говоря, этой параши. Опа, нормально, нормально, ладно, сойдет. У него... Ой, блядь, он уже много отхилил. Уже много отхилил. Уже прям охуеть сколько отхилил, ёб твою мать. Так, я тоже попью, короче говоря, с твоего позволения. Бля, это плохо. Это плохо, знаешь, что сюда надо? Сюда надо лечение, короче говоря, своих братков. И гасить его просто. Миллионы лет, блядь, мы с тобой будем. Прям миллионы миллиардов лет, короче говоря. Блядь, реально, я пока не вкуриваю, что делать. Сюда-то точно пройти нельзя. У него все равно фул хп, короче говоря. Че я кого обманываю? Все равно миллионы миллионов хп. Блядь, нет, нельзя пройти, говорит. Но он сейчас их отпуздошит просто. Что-то он резко начал хилиться как-то очень много. А пацаны его начали очень мало валить, короче. Ладно. Ать, блядь, это хорошо. Это хорошо, что мы так сделали. Так, на-ка. Оп, оп, хорошо, хорошо, хорошо. Слушай, может быть, короче говоря, сердечко... Ой, сердечко, кольцо, блядь, надеть, которое от тьмы, короче. Может, оно ему больше будет дамажа, чем 131. И начнем его сносить по-нормальному тогда. Бля, ну он очень много хиляет. Он прям очень много хиляет. Это вообще, это дико, блядь. Это все дико, пиздец. Это все ебать как жестко. Так, ну все, ты меня-то не бей, ладно уж. Бля, ну он такой фуфел, но так обидно ему вот типа, как, проигрывать, потому что он просто подхиливается. И у меня сейчас уроны еще такие же останутся, это вот тоже, конечно, в обидках. Опа, не-не-не-не-не-не-не. Ты уже отхилялся? Ну вот он отхиливается, да. Ой, это что такое? Это что такое? Это он огонь сделал. А ты огонь сделал, может быть, за счет, блядь... Ой-о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 й
не-не-не, нормально, нормально. На-ка. Блять, что ты делаешь такое? А, ты делаешь эту хуйню. Стальное сердце минус, короче говоря. Остались только мы. Я, да ты, да ты с тобой, да я, да мы, да все, короче говоря. Оп, ладно, хуй с тобой. Да хуй с тобой, да-да-да-да. Давай побью. То он хиляется, как бешеный, блядь. То не хиляется. Хуй поймешь, короче. Ах ты, сука. Может быть, его можно и так отпиздошить, кстати говоря, слушай. Может, его можно и без фантомов отпиздошить, я тут думаю. Может, у него какая-то стадия есть. Блять, я не знаю. Я пока не понимаю. Вот он иногда хилится просто как бешеный. То есть у него прям хил, 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 хил. А то нихуя. И как вот, что, ну, не знаю, ладно, посмотрим сейчас. Давай, пошли еще раз. Раунд 500. Раунд 500-й ебатотый. Можно еще кульминацией же воспользоваться, тоже. Можно кульминацией воспользоваться, прям сожрать душку и кульминацией хуйнуть. И по идее тогда у него прям нормально снесется. Потому что мне говорили, что там до хуя просто сносится, когда кульминацию юзаешь. Посмотрим. Посмотрим вот после этого рана тогда. Посмотрим на тактику какую-то искать, хуй знает. Он, бля, реально, он меня даже не бесит, вы прикиньте. Типа нормальное что-то как бы, ну обычный какой-то босик, ладно, что-то хилится, бля, хорошо. Может просто у него хилы конечные, я не знаю. Он что-то делает, блядь. Ну на. На, держи. Блядь, хорошо. Чаще я его все равно не могу пиздить. У меня просто не выходит. Вон он тут что-то делает, блядь, такое. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Спокойно. Ну вот его отхиливают, я не знаю, может они как-нибудь истощаться, блядь, я хуй знаю. Может, можно истощиться немножко, ребятки, девки. Девки, ребятки. Так, минус раз, хорошо. Оп. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Что ты такое делаешь? Ну на, лови. Лови, бля, пенек. Опа. Давай, пока. И на тебе. Ну вот он опять отхилялся. Ать, хорошо. Ну на. Когда мячик-то у тебя будет гореть? Ать, да блять, я прыгаю-то сколько раз, блять, можно? Так, ладно, надо подойти тоже, отхиляться как-то. Опа, опа, хорошо, хорошо, я пью. Блять, ты куда побежал-то сразу же? Вот смотри, сейчас он очень долго не хилился. Почему? Почему он сейчас долго очень не хилился? Что за бред? Он не хилится? Потому что он в этом углу, серьезно, может быть? Вот в этом углу, потому что я с ним сражаюсь, короче говоря. Может быть, блядь. Может быть. Может быть, это реально так и работает. Он вот в этом углу стоит, ему неоткуда хиляться. Давай его в этом углу пиздить, я хуй знает. Но он все равно подхиленный сейчас-то, конечно, да-да-да. Так. Вот, хорошо, хорошо. Хорошо. Стой в этом углу, чувак. Ты тут вроде не хиляешься. Ать, хорошо. Ать, хорошо. Блядь, плохо. Я пью быстренько-быстренько, пока он тут не это. Ах, нормально, хорошо. Так, я тебя ударить успею? Не, не успел. Не успею, не успею, не успею. Опа, вот это хорошо. Нужно его у входа, короче, пиздить. Он тут не хиляется, смотри-ка. Я прознал твою фишку, чел. Я прознал твою фишку. Опа, блядь, тихо. Тихо, тихо. Вот, вот, сейчас напить. Ага. Смотри, реально. Он не хиляется, блядь, я понял. Ах ты, сука, какая. Единственное, что он вот дамажит больно. Так, ладно, нормально, нормально. Давай здесь его держать. Блять, миллионы раз. Да ёб твою мать. Очень много он прям вот сносит, конечно, это плохо. Ага. Ай, блять, ай, блять.
Ай, блядь, хорошо, ладно, пьем. Так ты пей, чё встал-то? Ух, успел, блядь, успел. Смотри, он реально здесь не хилится. Ебать, узнал. Сам узнал, что делать надо, смотри-ка. Я прям так собой горжусь, на самом деле, сейчас. Вот здесь, что у входа, его можно застолбить, блядь, и потихонечку пиздить. И потихонечку его мудохать, смотри-ка. Раз, просто. Ну, красота, ну скажи, блядь. Единственное, вот это вот не красота, конечно. Вот это не красота. Оп, хорошо. Он там третий будет, да, ударять? Папи успел. Так, вот это вот ожонь, это плохо. Ожонь, это прям плохо, ладно. Ать, сюда куда-то пошел я, да? Блядь, ты чё подхилялся-то? От кого там? От кого там отхил-то ты принял? Ты чё, блядь? Отхилы он там от кого-то принимает. Нельзя тут отхилов. Это зона безотхильная, блядь. Давай-ка. Ать, хорошо, ладно, нормально. Нормально. Хоба, хорошо. Да. Ты там постой, нормально, все хорошо. Так, ладно, хорошо. Я много раз говорю хорошо, но как бы это реально хорошо. Реально все идет заебись, ты смотри. Ой, что ты делаешь? Это пиздякнет меня, да, как-то? Ну ладно, нормально. Нет, хорошо. Блять, я очень много говорю хорошо. Ать, сюда я пойду, да? Угу. На-ка. Почти пол хэппизов нету, ты смотри. Ай, блядь, нет, не будет ай, блядь. Вот сюда вот, из краешку в краешек будем бегать, короче говоря. Из краешку в краешек. И все, и потихонечку дамажить. Ёб твою мать, это же прекрасно. Ать, я ушел. И в спину тебя хуячу. Ай, блядь. Ну вот это плохо. Вот это да, это реально хуево. Вот это реально хуево. Но я нашел точку соприкосновения. Блядь, я ему почти пол хп снял. Ёб твою мать. Нормально все, блядь, нормально. Я прям рад сейчас, Но давайте мы попытаемся его замутузить вот этой вот своей новой прекрасной тактикой в следующей серии. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся с вами в следующей серии прохождения Dark Souls 2, куда мы пойдем, пойдем к вот этому дымному пидорасу, сносить ему все нахуй, потому что он доджится прекрасно. Точку не отхила я нашел, мы будем также бегать из стороны в сторону и дадим ему пизды, я в этом уверен. Всем удачки и покасики, давайте.